Я думал, это дети, да. Русская банька. Ну, банька у нас уже Коля здесь парился. Да, мы знаем, да. Нам, нас просили тут, как бы, если по возможности, там поснимать даже это. Какие, что, как. А, пожалуйста. Да. Так, а вы все принесли, да? А мы уже отдали, отдали, да. Там. Все. Да. О, кирпичная печка. Коля, с кирпича сейчас уже его не встретишь нигде. Нашел! Видишь, она вот светится насквозь, смотри. Где? Не без изысков архитектурных, не без изысков. Да, это вот алтайские бани, ребята. Алтайские бани, не надо, да. Так это, все нормально. Все погреться нормально. Ребятам хватит. То есть, естественно, да. Смотрите, какой прикол есть. Сейчас закрываю я двери, Серега. Давай. Серега, здравствуйте. Как вы думали, что насчет вентиляции все продумано здесь? Да, все нормально. Вот, да, и не то, что занавеску напрямую так как-то забить. Да? Парнохват. Андрюхе здесь понравилось очень. Да, смотри, вообще красавчик. Там есть дырка. Я же вы на это же. Я же пальцем. Все шикарно, все шикарно. Ешь, вон, смотри, туда рука залезет. Погреться им как раз нормально, да? Что пойдет. То есть замерзнет, кто захочет погреться, то зайдут, погреются. Самый кайф, конечно, вот здесь. Коля, здравствуйте. Здрасте. Вот, смотри, Серега. Иду. Ты не то снимаешь. Смотри, как здороваются на Алтае. Да. Видел? Как здорово. Здорово, Колян. Все, тогда я пойду, в общем, идем по дороге. Подожди, давай по рассадке сейчас. Ну мы хотим, это холодно будет. Они просто, ребята говорят, что 25 не двинут. Так мы столики-то еще поставим. Так он говорит, места мало, войдут 25-то? Мы столики поставим. Ну это тесно очень будет. Да, очень. Хотите, так, а вот эту... Ну вот этот вид все перекроет. Что, красиво? Сразу можно рыбку ловить. Вон там мужичок ловит, как раз. Смотри, вот это прикольная вещь. Что-то ему надо будет отжечь. Ну видите, да? Ну потом. Вот она такая, русская баня. Что-то там, пацаны. Снимаю. Давай. О, Коля, молодец. А? Попался, попался. Поймал паспорту. Кто не знает. Кто, если смотрел Форт Боярд, знает. Выпариваю из него. Привязали к полкам. Да. Не выпускают. Татары чертей парят, а я паспорту. Ну что паспорту? Завершаем. Согрелся? Конечно. Пойдем в Катунь нырять. Под такими ручками, конечно, согрелся. Катунь, пошли. О, Серега, такой вроде делал. Ой, какой кайф, а. Фигура видно. Баня на берегу Катуни. Ой, как хорошо. Вода ледяная. Огонь. Сергей Евгеньевич, пойдемте греться. Можно я тут поживу? Вот это хорошо. Так, вот видите? Овальная. Просто это шикардос. Понимаете? Понимаете, находитесь где? Это вы находитесь... В начале телескоп. И она вся такая полукругом обшита. Вообще вагоночка, ну ладно. Нормально. Если бы не вот этот человек, вот этот вот человечище, я не знаю, что бы мы тут делали. Да. Вот теперь... он спас всю баню. А теперь мы вам покажем, как здесь вообще подается порог. Да, мы долго-долго искали. Да, на самом деле стоит кастрюля. Ну, это как бы бак с кипящей водой. Поначалу очень жестко, но в конце он нас спас, потому что он нормальный бак. А
Сначала мы не поняли, куда, чего, где. А, по вентиляции еще. Вот там, наверное, не видно будет. Вот там, вот так, это щель, это туда, просто щель такая, она. Ну и вы поняли. Вот. Нет, давай я еще одну щель покажу. Сейчас, подожди, да, щель. Колян, да, щель, щели. По щели. Ну, собственно говоря, чтобы вы не думали, что каменка все нормально, вот так все действует. Но один момент, и это надо ее еще сначала найти, потому что она находится, если встать, да? Вот этот полочек тут начинается такой. Мы его не будем даже снимать. И вот это все находится вот там. Вот так. И это надо все. Вот сейчас Николай Михайлович продемонстрирует, как это все выглядит. Да. Воистину, Акбар. Закрываем дверь. А, ну еще лента. Вентиляция. Вентиляция наша вся. И здесь она предусмотрена на 5 с плюсом. Я бы даже сказал, на 10. Баки, это, конечно, отдельная тема. Вот. Бак берешь, черпаешь. Тихо, подожди. Смотри, и пойдет. Вот туда надо нагнуться. И... Видели? Видели? Видели это? Нет. Ну вот надо отдать должное. Пар, конечно, это вот шикардо. Потому что вода. Детство. Раз. Воздух. Как два. Воздух. И мне надо дышаться. Серег, Серега, да. Смотри. И вот. Смотри, смотри, какой пар. Нигде такого нет. Нигде такого нет пара, только здесь. В Питере бы такая баня точно не зашла, потому что качество воды. Нет, а знаешь, почему не зашла бы? Да. Потому что, пойдем покажу, где она находится. Ну вот здесь вот надо бы панорамное окошечко было бы, если вообще. Да. А эта баня находится. Здесь вот так, вот так, вот так. Это предбанник вот у нас. А, кстати, щель. Вот, вот она. А там парилочка. И она вот так все тянется, поднимается вот так. Здесь мы. Да, вот здесь у нас все тут переодевается, полотенце. И дверка. По ступенечкой, а тут сам как хочешь. И дальше. Ну тут уже здесь ночь. Колян, я иду вот за тобой. Вот она, река Бия. Это начало. Начало устье Бии. Северное, и... устье северного. Как раз вот озера. Оно. Вот там озеро, и вот Бия начинается. Телецкая и Бия. Сейчас Николай Михайлович продемонстрирует, что делают с водой. Пьют ее, варят в ней. Так, ну я далеко заходить не буду. Ну мы да, уже мы не пойдем потом. Чистейший, просто наичистейшая. Ой, где так его можно еще? Где? Да какая она вкусная. Где? Вон даже хариус плавает. Да, хариус. Сейчас я его. Два в одном. Ой, какой кайф. Красавец. Ребята, Колянович, после баньки нырнуть сюда. Так, держи. Это у нас. А мы собираемся в Крым. Тренировка, да. На банный баттл, финал сакли. Ну и пока-пока. Так, видео пошло. Сегодня мы с хорошими друзьями Николая Шишкина, с которыми он давно знаком, в бане. Немножко пообщались и вот как бы хотели бы узнать, что они вообще, ребята молодые, нестандартные, скажем так, и в баню приходят оздоровиться. Хотели бы послушать от них немножко о бане. Что они думают вообще? Как баня, она может измеряться чем-то? Или вообще, что для вас баня, вот, ребят? Баня – это уникальное сочетание преодоления и погружения в какой-то внутренний космос. Ну, то есть, мне вообще очень нравится идея того, что освободить голову, полностью очистить ее от бытовухи, от каких-то мыслей, от забот, нужно через какие-то физические сложности. И баня – это один из самых ярких и одновременно приятных способов вот, полностью очистить голову и в этом смысле улететь. Мы сегодня... Целый день провели на лютом холоде, у нас замерзло все, что только можно. И только баня помогла восстановиться и обрести себя. То есть, хотя бы понимать вообще, кто ты, где ты и ради чего ты живешь. То есть, вот, понять вот этот контраст жизни, когда ты одновременно преодолеваешь себя в жутком холоде, и потом прийти и справиться с теми нагрузками тепла, удовольствия, парения и... контраста вот холодной воды, и это просто потрясающе на самом деле.
Плюс сегодня, наверное, баня — это люди, сложно не сказать. Но вообще баня может быть и без людей. Баня в одиночку — это тоже очень эпическое ощущение, ну, по крайней мере, для меня. Да, я согласен, хотя для меня компания, именно общение, круг, обсуждение каких-то вопросов, и которые рождаются в процессе парения, и когда человек выходит, его поддерживаешь, ему не всегда бывает легко, но он справляется, то есть неизбежно, он обречен на то, чтобы получить удовольствие, получить фантастические ощущения. От... В общем, мы за баню. Да. Мы... Так, услышал. И последний вопрос, ребята, еще маленько, я вас понял. А в плане технических каких-то моментов на вас баня как-то влияет? А вас цепляет что-то? Или вам вот все равно, лишь бы было тепло, порог давался, и, или еще какие-то моменты вот для вас? Все очень сильно зависит от мастерства парильщика и от пара. Максимально зависит. Причем я не являюсь сугубо поклонником русской бани, хотя ее предпочитаю. То есть мне нравятся и какие-то иностранные европейские практики с... меньшей температурой и с каким-то церемониалом. Вот. Но, наверное, самое важное — это сочетание техник, то есть в идеале это должно прогревать тебя до самой глубины, но при этом не перегревать, то есть соблюдение этого баланса, оно всецело на искусстве парщика. И одновременно оно зависит от пара. Очень глубокая мысль. И, нормально, конечно... Ну, да, кстати, парщика редко кто называет уже сейчас, там все парильщик, мастер пара, пармейстер и такое, знаешь, некоторые, ну, извращаются как могут. Ну, самое красивое. Так кто-то даже там ламбайсинг там придумывает какие-то, не знаю, парщик. Да. Ну, конечно, ребят, же разнообразие веников, то есть, чтобы, да, когда веники. Ты паришься дубовым веником, не знаю, там, можжевеловым, это фантастически, когда тебя обновляют. Тут гурманы, я говорю, да, гурманы, да, уже, да, все. Потому что бамбуковых до можжевеловых... Ты парился бамбуковым? Я парился, да. Меня однажды парили бамбуковым. Это не было телесным наказанием? Нет, нет. Но тогда я улетел прям совсем, кровообращение ушло. Было потрясающе, классно. Спасибо. Мы вам очень благодарны. Спасибо. Да. Спасибо всяким парам, и, да, и надеюсь встретиться. Парень, я по-сибирски. Парень, душу снимай. Я не на камеру снимаю. От Константина Анисимовича. Парит. А он потом, нашу Андрейку. А у тебя там что показывается, блядь? Снимай. Ребята, в Барнауле все серьезно. Заходите попариться. Как же снимать-то теперь? Да, Андрюха, одевай трусы назад. Перестаньте отстать, я не снимаю ее. Вот так, хорошо. Ну и все. Сибирске. Парит Константин Анисимович. Под веничками лежит паспорту. Это уже что не стоит. Я пью зизиферу, у меня стоит. Да. Петь зизиферу. Лайк. Ладно, все хорошо. Чай с зизиферой. Это самый лучший чай. Алтай. Всем привет. Добро всем. Живите долго и счастливо. Спасибо, Катя.